Белая богиня Тара, Гуань Инь, Матерь мира. Белая богиня – один из многочисленных образов Матери мира. Она олицетворяет принцип, хотя и является живым существом. В Тибете белая богиня особенно любима и почитаема как Тара, богиня-спасительница. Тибетские буддисты считают, что именно мать спасет мир, и она приходит для этого в конце века Кали-юги. Говорят, что Тара рождена в лотосе, выросшем в водах слез, пролитых Авалокитешварой, который, согласно древним текстам, заплакал, увидев, что, как бы много существ он ни забрал из сансары, их количество не уменьшалось. Поэтому Тару считают женским дополнением Авалокитешвары или его божественной супругой. Подобно Гуань-инь, Тара является бодхисаттвой сострадания. Существуют различные мнения о взаимоотношениях Тары и Гуань-инь. Некоторые думают, что Гуань-инь – это китайский аналог Тары. Другие верят в то, что они являются одним и тем же существом. Основным символом Тары является полностью распустившийся лотос, олицетворяющий раскрытие лепестков чакр. Белую богиню часто изображают в богатом одеянии. Ее корона и серьги символизируют проявление изобильной жизни Будды и Христа. Все вещи материальной вселенной принадлежат детям матери, и поэтому ощущение достатка является частью ее проявления. Она также показывает тем, кто отрекся от мирских вещей, что истинное богатство космоса заключается в духовных качествах. Мать не имеет ничего, но владеет всем. И в этом равновесии мы находим дисциплину Будды. Часто Тара сидит в позе лотоса, падмасане, позволяя энергии кундалини течь свободно. Левую руку она держит у сердца, а правую протягивает в жесте отдачи, воплощая щедрость и благословение всей жизни. Узел на макушке ее головы символизирует раскрытие чакры венца, удлиненные уши и наличие третьего глаза – символизирует полное использование внутренних чувств. Длинные уши можно увидеть у всех Будд, что указывает на их связь с Богом через внутренний слух и внутренний звук. Белая Тара является воплощением Божественной Матери, космического принципа Матери. Называете ли вы ее Матерью Марии или Изидой, тибетской Белой Тарой или Гуань-инь, Кали или другой – она все равно является силой матери, шакти. Она также живет внутри вас. Она – свет матери, горящий в каждом из нас. Она и вознесенная, и невознесенная владычица. Белая богиня – это бело-огненная сердцевина наших чакр. Свет матери – энергия кундалини, белый свет в центре каждого луча. Читая розарий и поклоняясь этому присутствию внутри нас, вы поднимаете энергии кундалини и соединяетесь с космическим принципом матери. В 1977 году Серапси сказал в диктовке, которую он дал вместе с белой богиней, «Драгоценные сердца, путь белой Тары – это путь тех, кто видит крайнюю нужду человечества и желает принести величайшую жертву. Благодаря присущему им чувству времени они знают о расписании Господа». Как и я, они являются математиками. Это архитекторы безбрежной судьбы. Они знают расписание врага и знают, что для победы они должны стать лучом священного огня, острием алмаза, дисциплинной энергией.